Так, алло, работает? Так, ну я так понял, мы доделали этот остров. Сегодня как целый день Ростелеком интернет дергает, и нифига приятного в этом нет, конечно. Что? Хочется как-то постримить. А если бы в ПАЕ играл, вот я думаю каждый раз, что играешь в ПАЕ, а оно туда-сюда, давай теребить. Это, конечно, не очень здорово. Прист. Рефреш. Так, и, наверное, чат надо обновить. Да. Он опять сломался. Черт, это технологии будущего, конечно. Живешь в 21 веке, здесь все на дерьме работает. Что интернет, что чат-плагины, блин, в 2016 году. Так, ну меня вроде не дропает. Чат работает? Да, работает. Все, окей. Так, ну чего, собственно, они сказали, что типа все, мы классные, и можно валить отсюда. Марбел рад, что Феликс за нами не увязался. Пока, Феликс. Ау, Фидерзейн. Так. Слушай, а мы прям, похоже, прикольно здесь без боевки было. То есть здесь просто про... А, вот здесь монстрики. Ну ладно, они не нужны. То есть мы просто так остров починили. А сейчас в будущем, наверное, он всплывет. И там будет целая деревня дураков. Что, типа... Феликс с этим мужиком, они нашли как вылечить. Чем такое? Мы сделали. Так, и мы нашли фрагментик. То есть можно сувнуть. Есть желтый фрагмент. И куда его сувать? Сюда вот? Не, для этого нет. Центральная, что ли, фигня? Вот это? Да, есть один фрагмент большой центральной фигни. Бам. Его прям так, наверное, можно. Опа. Мякнули. Но она еще не скоро соберется. Это похоже эндгейма какая-то фигня. То есть not carry, но... А, о, еще синий есть один. Так, а синий это который? И где нам его дали? Я не помню же. Бам. То есть складывается, но не все. Оно, видимо, по очереди будет, да, складываться потом. Я подозреваю, что здесь без детектора вот этих кусочков сложнее сильно играть было. Ask for guidance. Another New Island. А, то есть теперь надо туда вернуться, и там еще кусочек будет. И тогда все сработает. А, возможно, даже несколько. Так, ладно. То есть теперь на корабле и плывем на остров. То есть, похоже, так нормально будет. Подропает? Не, у меня не дропает. Вы обновите там у себя стрим, что если вы на одной и той же сессии смотрите браузерный. Она бывает такой вот тупит. Так. То есть теперь нам, наверное, на лодку просто и плыть. И смотреть, что там с той деревней произошло. И там поди скажут, что лезь куда-нибудь в данж. Чтобы добыть новые осколки. То есть нам, наверное, сразу... А, вон лодка стоит перепаркованная. Удобно.
Поехали. А как? Стартуй, начальник. Так, то есть... А, это снизу вот вон писюлька, смотрите-ка. Совсем недалеко. Слушай, как они раньше-то жили, что у них островов не было. Я с ним все сделал. О, пожалуйста. О, полезло. Сейчас опять, слышишь, прото вылезет, то ли развалит. О, здесь человек-губач. И проклятые морские звезды. Коварные. А я не помню, что у меня там установлено. Бам! И молотком, слышу, он по 32 уже навалит. Бам. Не пошло. Упай, звезда. Так-то. Развалили всех. Слушай, а здесь что-то могила какая-то. Дисембарк. Слушай, пропало? Да ладно. Мы спасали, они заруинили? Что, серьезно? То есть здесь весь остров. И здесь, похоже, какой-то данжик будет или что-нибудь такое. То есть там только скала эта осталась. А остальное все в дерьме, судя по всему. Ну-ка, пойдем. То есть, похоже, они не смогли, они не осилили. Зеленый фрагмент. Нашел. Слушай, нифига, а как его без компаса находить было? Если бы я не заметил. Там какой-то чувак стоит. То есть здесь все, короче, они сломали деревню. Дед заруинил, похоже. И здесь, кстати, лестница пропала у них. Ладно, давай поспрашиваем, там чьих стоит какая-то. К нам, говорит, не часто заходит. Меня зовут Кэрри. Помогите мне, говорит, парни. Не могли бы вы мне помочь? Нет? Окей, хорошо, приходите еще. Так, ну ладно. Вы, говорит, знаете, я пытаюсь построить здесь город. И не просто город. Город для монстров, которые всегда хотели стать людьми. Место, где бывшие дикие создания живут в спокойствии и мире. Многие люди думают, что монстры просто ходят вокруг и атакуют людей все время, но на самом деле они все не все такие. Есть очень даже прекрасные личности. И есть очень много монстров, которые только ждут шанса обернуть свою жизнь вспять. Начать заново. Я хочу построить свой город там, где они могут это сделать. Короче, блин, вообще офигеть. Я, говорит, нашла первого резидента для моего небольшого комьюнити здесь. И попыталась принести ее со мной. Но затем мы попали в неприятности и разделились. Поэтому надо найти ее друга. Он начал свою жизнь как слайм, но затем он стал поэтом. Fuck me. И странствовал по миру. Поиск вдохновения. Developed Real Taste for Fish. То есть, короче, он у нас в деревне рыбной живет, похоже. Проклятый слайм. Надо найти его. Good luck. Jesus. То есть, короче, блин. Баба проклятая, это как ее. Даже не знаю, как называется. Живочница какая-то. Уж типа слайм тоже люди. И у меня, говорит, есть друг слайм. Который... Очень сложно душевная организация слайма, и надо его искать, и он поэт. Так, ну-ка пойдем. То есть надо идти в город, и там мы сделаем. Давай здесь высадимся.
То есть теперь мы будем искать слаймы, которые личность. Вообще нам дали кусочек, но мне кажется, его не хватит там на зеленое. Там вроде не хватало. То есть пойдем в город. То есть у нас где-то здесь он должен быть. Не видел здесь слаймов? Ничего у вас нового здесь не происходит. Здесь, может, по домам надо лазить его искать? Хотя мне кажется, он, наверное, знаете, где он? Наверное, где этот, помните, был бородач? Блин, баба с гуслями опять. Вот эта баба с гуслями, она какая-то непонятная, она прям ходит и ходит. Должно быть, это та самая персона, про которую Кэрри говорил. То есть, это типа вот этот был слайм, а теперь поэт? Рассказали про Кэрри. Рассказали про Кэрри. Мы, говорит, должны были строить город. And I was going to be great. I am so grateful to you for sharing this with me. Excuse me. Excuse my manners. My name is Flegmriku. Блин. Не надо так, короче. I have to get going. То есть это, короче, слайм, который превратился в человек. И поэтому он вот эти вот кламбурчики делает. Now if you excuse me. И ушел. Слушай, а там были же еще эти гуслеры, типа все монстры они, которые обратились в людей. А нам что делать? Пойдем Басю найдем, может, он что расскажет. Они избухают. Вы что, мужики? Тихо. Басек понимающий. Так, ну ладно, здесь у них ничего интересного, похоже. То есть, наверное, надо идти пазл вставлять. Пойдем, поставляем. Мы нашли один зеленый, то есть, не знаю, поможет это нам. Либо надо вернуться сейчас посмотреть, как этот чувак там с этой бабой, и как они полазили. Ладно, сейчас разберемся. Мне все-таки интересно, какого фига спелл не работает вот этот. То есть у меня есть спелл зум, который я могу в Shrine of Mystery с прямиком. О, слышишь, сработало. Бам. Ой, нормально нам сделалось. Так и надо его пользовать тогда. Пойдем пазл сложим, посмотрим. Но мне кажется, там не хватит. То есть надо, скорее всего, к бабе вернуться сейчас будет. Так, какие там зеленые? А, вот это недосложенное, и мы его сложим сейчас. Ха! То есть мы сразу на следующий остров. Бам. Сделали. Ой, там происходит. Нифига, слышь, большая какая-то фигня. Там что? Хм. Так, ну ладно. Там какой-то большой город. Красный краб, ничего себе. А, помогите. Спасите. Большой какой-то материк, ничего себе. Ток-лист. Бонстейк, Giant Mullet, Торн Вип. Прикольно, что в городе можно смотреть, что в стоке. То есть можно заходить в город, смотреть. Наверное, это значит, что скоро будут какие-то магазины, которые рандомные что-то дают. Есть большой какой-то остров. Притом видно, что белая — это неисследованная часть. Эл-арка. Бау-бау. Конь. Ничего себе. Корова. Му.
Слушай, нифига есть домов. Я сейчас на целый вечер. Сколько? Много. Есть какое-то письмецо. Какая-то посольская служба. Здесь что-то одни животные. Опа, я делаю. Чит резилинс. Их можно хавать, мне говорили. Петухан. С петуханом торговать можно. Чичи. Можно хербы покупать. Фигня, которая лечит паралич. Holy water. Holy water — это как репел работает. Если его поюзать, то отвалят враги. Ну ладно. Петух торгуется, но я не знаю. Наверное, это так и должно быть. Так, а там можно с другой стороны зайти. Вот здесь. О, здесь даже второй этаж есть. Ну-ка, давай, что здесь у вас? Блин. Мяу. Опа. Хотел, чтобы я забавки у него покупал. Проклятый петух. О, здесь женщина настоящая. А ну иди сюда. Ха! Seed of Life. Слушай, мне сказали, что семена эти надо собирать, но я, наверное, объемся их сейчас. И я сделаю супергероя из себя. Она то ли не слушает, то ли не понимает. Тупая, что ли? Ты че? Окей, она тупая. Женщина сломалась, не работает. То есть здесь, похоже, такое чувство, что они наоборот все стали. У них, вон, смотрите, у них мужик пасется, а типа эти, типа наоборот, люди и скот. И доги живет. Опа, золотишко. И корова здесь завтрак делает. А мужика они пасут там, похоже. А он не умеет говорить. Опять дропы? Да, опять дропы. Блин, надо найти-то, где засейвиться и сейвиться. И на этом закончим-то, потому что пошли им в задницу, я не буду так стримить. Да, дропов у меня 600 пакетов. То есть, в принципе, наверное, сейчас тогда и закончим. Вот, собственно, церковь. Есть тоже доги. То есть здесь будем разгадывать загадку, почему все превратились в доги и наоборот. То есть они наоборотные стали какие-то. Давай засеемся. Так, ну и ладно. Раз нестабильный интернет, то не будем мучить ничего. У вас окей, но с моей стороны я вижу, что что-то там ронялось. И раз оно трясет так, то в принципе нормально. Давайте я заканчиваю. Thanks for playing. Вот. И продолжим-то, я не знаю, потом завтра когда-нибудь. В принципе, уже время просто полночь. И за сегодня получается, что тотал часов, сколько часов? 10, наверное, на стриме. 5 часов был днем стрим. И сейчас тоже довольно долго. Я на YouTube заливаю, там, если кому интересно про эту фигню, то может на YouTube там что-нибудь посмотреть. Предыстория. Спасибо, друзья, и до свидания, до скорых встреч.